Добрый вечер. Еще раз. Кешарак. Так, у нас сегодня два эфира. Первый эфир только что закончился. Очень интересный эфир. Пересмотрите, если не смотрели, с Кайратом Адельгирей, нашим казахстанским актером, юмористом, шоуменом. Но прямо сейчас мы ждем в эфире Шамиля Рифатовича. Шамиль Рифатович, добрый вечер. Добрый вечер. Снова рада вас видеть в онлайне, спасибо, в прямом эфире. Спасибо. В прошлый раз, после нашего прошлого эфира, столько было отзывов, столько было откликов. Вы не представляете, какая у вас армия поклонников в Казахстане. Ладно, хорошо, спасибо. Да, я сейчас пока выключу вопросы, комментарии и подключу наших подписчиков чуть позже. Шамиль Рифатович, вы самый продвинутый, самый креативный и самый реально мотивирующий имам в СНГ, да? Или не ну, только? Ну, это нескромно звучит, да. Ну, и я вот помониторила, кроме вас, как бы, таких имамов больше нет. Вот мне интересно, ну, ладно, ваши хорошо. Коллеги как к этому относятся? Вы же с ними общаетесь? Нет, ну, я думаю, что этому мы постараемся уделить как можно меньше времени. Потому что, во-первых, мы все люди. В любой сфере всегда, если вы всегда, когда вы уходите вперед по каким-то показателям, то у вас возникают, в первую очередь, в вашей же среде, неважно, вы там телеведущий, политик, там, богослов или спортсмен, возникают там интриги, завистники, недоброжелатели. Но все-таки, если ваши показатели, они натуральны, они на самом деле эффективны, они полезны, то в этом случае основная масса тех, кто в вашей сфере находится, наоборот, они получают от вас пользу, мотивируются к собственному развитию. Поэтому я думаю, что здесь сфера богословия, духовных управлений не исключение. Мы все люди, но и наша природа такова, но в этой природе есть большой плюс. Потому что один из моих терминов есть, это вот хищники. То есть есть понятие, вот однажды детям в iTunes купил младшим фильм «Король лев». И там очень красиво было показано про хищника одного льва, благородного, да, который не берет больше, чем ему нужно. А другого уже, вокруг которого там шакалы, которые ненасытны. И вот если в любой сфере все-таки благородные, сильные личности будут двигаться, то эту сферу развивает, и наоборот, только эффект вверх. И даже если будут завистники, наоборот, они дополнительно мотивируют еще больше развиваться и не падать духом. Вы работаете имамом в Московской мемориальной мечети, да? То есть мне кажется, что вот вы человек весьма популярный, да? Вот я после нашего эфира поняла. Я думаю, что люди в мечети, ну, то есть, по сути, ты сам, да, выбираешь, какую мечеть тебе пойти в пятницу. Но, наверное, в вашу мечеть еще и ходят, потому что хотят встретить Шамиля Рифатовича. Ну, сложно сказать. В любом случае, мечетей в Москве немного. Раз, и, ну да, то есть наша мечеть — это 5 этажей, она внешне как бы небольшая, но это 5 этажей, порядка до 4000 внутри, и у нас перед мечетью большая площадь. Вся она заполнена и по бокам здания, и сама площадь перед зданием людьми, то есть порядка 5000. Но все равно, это для Москвы это капля в море, то есть, ну, молиться просто людям негде, да. Mm-hmm. Поэтому не факт, что они приходят именно из-за меня. Но в любом случае у нас в мечети всегда такая духовно хорошая атмосфера и прихожане, то есть, ну, всем обычно нравится. То есть такая некий круг общения получается по пятницам, и люди все и довольны, и счастливы. То есть кто-то, может быть, больше послушает проповедь, кто-то больше увидится. То есть потому что, ну, такой круг людей, как сказать, много очень тех людей, которые многого добились в жизни, и они тоже как бы дополнительно привлекают внимание к себе своим присутствием на проповеди. Угу. Ну, это, кстати, очень важно, да? То есть, кто читает проповедь, это тоже, кстати, и мотивирует именно ходить и в мечеть, да, послушать проповедь. И потом, не все же, как бы, вот знают все каноны, да, ислама. Мы с вами встречаемся накануне Оразы, вот как раз на этой неделе, да, начнется пост. И мы назвали как бы эфир, да, как правильно держать Оразу. Вот, кстати, у меня сегодня вопрос был, я с подругой говорила о том, зекят, есть мусульманский налог, да, который нужно оплачивать раз в год. Я даже нашла в интернете, погуглила, есть такой мусульманский калькулятор.
Я, в общем, рассчитала ее, и там такая немаленькая сумма вышла. И она говорит, я должна платить каждый год. Я говорю, да, тут так все расписано. Нет, но калькуляторы могут что-то не учитывать. Нужно понимать, что калькулятор обобщает, что-то дает усредненное, но там много нюансов. То есть, если мы сейчас пост возьмем, давайте лучше с вами сфокусируемся, потому что пост – это один из пяти столпов религиозной практики, и закят – это один из пяти столпов религиозной практики. И даже, опять же, одна из моих книг «Финансы триллионеров», трилогия «Финансы», вроде финансовая, там есть раздел закята вот со всеми нюансами, тонкостями с точки зрения бизнеса, потому что часто так бывает, что богословы… А, я уже начала читать. Классно. Очень хорошо, Машала. Машала, отлично. Да. Вот, поэтому богословы иногда бывают, бывает, что не имеют опыта, бизнес-опыта. Мне так Всевышний миловал, то есть у меня уже много лет бизнес-опыт, и поэтому вот как бы капитальное такое фундаментальное знание богословия. И вот людям, в том числе, мне приходится много отвечать вот с точки зрения практической, потому что если вот коротко взять, как упрощенно люди воспринимают. Вот я получаю, там даже некоторые говорят, пенсию или стипендию студент, и 2,5% откладывает. Я говорю, вы что? То есть канонически такой вообще необходимости нет. Человек получает высокую зарплату или прибыль, и он там 2,5%. Нет. То есть такой, канонически такой необходимости нет. Данберг, там моя формула 80-10-10, от прихода выделять определенную сумму на благотворительность. Но каноническое требование, оно реально очень мало, потому что это выплачивается от остаточной суммы за минус всех ваших эксплуатационных... От чистой прибыли, житейских... да? Нет. Вот вы даже получили прибыль, но вы же тратите на семью, на поездки, на обучение, на питание, ну вот на все-все-все-все. То, все что минусуется. Осталось нетронутым, да? Вот то, что осталось нетронутым, потом пролежало год, потому что в течение года у вас бывают крупные тоже расходы. Оно пролежало год, и вот через год 2,5%. И опять же вы начнете с близких... со знакомых. Однажды один человек, например, у него, он в месяц зарабатывает 100 тысяч долларов. И, ну, порядка там плюс-минус миллион долларов в год. Он говорит, получается, что мне нужно 20... Он сам это спросил. Я... Да. То есть, и он говорит, получается, мне нужно вот там 25 тысяч долларов. То есть я сам, милостью Всевышнего, знаю, что такое выделять на благотворительность закят десятки тысяч долларов в год. Я это как бы давно уже знаю из собственного кармана. Вот, поэтому здесь мы тоже с ним абсолютно на равных говорили. Я ему сказал, я говорю, послушай, вот, например, здесь ты кому-то знакомому, нуждающимся, кто-то сирота, кто-то пенсионер, тут с лекарством, там с обучением. Такое же бывает? Он говорит, да, бывает. Да. Я говорю, вот как раз, если эти формы помощи проходят по категориям закятным, а там 9 категорий, то в этом случае это все учитывается. О, говорю, тогда, Шамиль, тогда уже хорошо. Я говорю, потому что в любом случае к вам обращаются люди, вы участвуете в каких-то благих делах. И здесь уже вот, поэтому я в течение года записываю, то есть я участвую в благом деле, я записываю, у меня отдельно в тетради, где приход-расход, есть лист благотворительность. Вот я в чем-то поучаствовал, записал, в чем-то поучаствовал, записал. И потом уже в конце года я все это суммирую. То есть не нужно сразу какую-то сумму там вытаскивать, как вот в данном случае с этим чеком, это как-то, ну, психологически для меня некомфортно. Поэтому вот эти вот практические нюансы, в итоге вы наоборот себя чувствуете комфортно, вы участвуете, в первую очередь, в окружении ваших же знакомых, кто нуждающийся, вы им как-то помогаете. Поэтому в этом, ну и, безусловно, это один из пяти столпов религиозной практики, он важен и обязателен. Угу. Ну, один из пяти вот столпов ислама – это вот держать уразу, да? И вот как правильно держать? Потому что, ну, вот кто-то впервые будет держать, да? Кто-то, может быть, держит и там... иногда нарушает. Вот я вот скажу вам, как иногда я вижу в Астане, да, это происходит. То есть человек может держать уразу, а вечером после того, как, то есть он открыл, как это правильно говорится? Ну да, да, разговение. Да. Разновение, да. И то есть он может и кальян покурить, понимаете? То есть да. Насколько это вообще... Я стала удивляюсь, я говорю, разве так можно? То есть ты же там держишь уразу. Или там пиво безалкогольное выпить. Да, ну здесь это, так, тогда мы с какой части? То, что вы спросили, там много моментов. Давайте какой вот начнем части? С того, вот правила, да? То есть правила. Хорошо, значит, вот ураза, там саум или соблюдение поста, один из пяти столпов, но нужно понимать, что не соблюдают там дети, не соблюдают беременные, сразу скажу, постоянно спрашивают,
Я вот по поводу беременных и кормящих матерей, я удивляюсь. Вот сколько лет, 23 года, как имам мечети, постоянно спрашивают. И люди некоторые на волне таких, как бы, я не знаю, каких-то таких духовных каких-то поползновений, непонятных или чего-то такого, каких-то озарений, они говорят, вот, нормально все равно, то есть, как бы, я выдерживаю. Я, послушайте, а вот вы беременны, а плод? Сейчас сколько детей рождается с какими-то аномалиями? Зачем подвергать? То есть, он не получает необходимое количество питательных веществ. Это раз, но входите. Сам пророк, алейхиссалату вассалам, говорил о том, что освобождаются от соблюдения поста беременные, они отдельно выделены, и кормящие матери. То есть, они освобождаются от соблюдения поста. То есть, вот этот момент, ладно, сразу оговорил, чтобы мало ли потом забудем. Значит, само соблюдение. Это вот есть понятие заря. Не восход солнца, а появление зари. Это примерно за полтора, за два часа до восхода солнца. Даже, например, в некоторых городах, ну, бывает, мечети нет, расписания нет. Хотя сегодня все электронно, можно рассчитать. Или люди говорят, бывают разные расписания. Потому что, на самом деле, некоторые бывают какие-то странные, замороченные расписания. Они дают запас 2,5 часа. Это нездоровая ситуация. То есть пусть люди берут то расписание, где максимально близко к восходу. Это примерно полтора-два часа. То есть дальше, глубже уходить никакого смысла нету практического. И в этом нету элемента набожности. Вот берут начало зари. Это как раз время утренней молитвы фэджр. Вот до этого времени можно поесть, попить и нужно. И там, опять же, мои рекомендации там, на ТВУМ, например, там в Ютубе есть, что утром кушать, да, вот ночью, да, на сухор это называется. И потом уже на разговение вечером, что на ифтар. Здесь сейчас не будем с этим. Вот человек от этого момента появления зари, обычно в расписании, примерно это полтора-два часа до восхода солнца, здесь он прекращает пить воду, прекращает кушать, после правильного, все, сухор сделал, все правильно, чтобы потом не испытывать чувство голода, прямо такое очевидное. И все, уж с этого момента и никаких, в том числе, между мужем и женой, интимных, но именно здесь имеется в виду половой акт, то есть интимных отношений между мужем и женой. С этого момента до того, как солнце, диск солнца, зайдет за горизонт. Вот эти три вещи. Но обнять жену или мужа, поцеловать, абсолютно прикосновение то или иное, это никак не влияет на соблюдение поста. Шарахаться друг друга абсолютно нет никакого смысла, и требований таких нет. То есть это только непосредственно, вот если там половой акт, да, вот это нарушает пост, это очень как бы... Считается там даже специальное искупление этого. То есть это недопустимо. А так, еще момент, опять же, по посту, что постоянно спрашивают, и у вас будут там, наверняка, и вам писали. Люди говорят, у сейчас многих бывает астма, используют спрей. Это не нарушает пост. Ухо воспалилось, капли, не нарушает пост. Что-то с глазами или там эти линзы используют, капли, не нарушает пост. Нарушает то, что попало очевидным образом в пищевод и ушло в желудок человека. А если человек нечаянно, вот просто вот как-то в работе, то, что нечаянно, забылся... оно вообще не считается. То есть, если человек забыл, прям в хадисе говорится, высказывание пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Если человек по забывчивости поел или выпил, ну вот только начал. У меня было, когда в школе еще в советский период, и однажды что-то мне дали, там, жвачку. Я просто начал жевать, потом только вспомнил, что это пост. Но я был рад, потому что я знал хадис о том, что если человек случайно, да, что-то поел, потом вспомнил, это сам Всевышний его накормил. Там, или напоил, если он что-то выпил. Вот, то есть это пост не нарушает. И опять же, бывает, если какие-то внутримышечные, внутривенные, медицинские необходимые инъекции не нарушают пост. Витаминные? Нет, не пойдет. А вот какие-то медицинские необходимые. То есть люди, к сожалению, любят усложнять. Это вот одна из форм невежества, называемого как бы набожность. Например, там говорят, что нельзя мыться, нельзя купаться. Ну как нельзя? Это даже свод хадис имам аль-Бухари, вот здесь у меня даже одна из книг его. То есть свод хадис имам аль-Бухари, то есть это после Корана, ну, самая такая капитальная книга, где как раз высказывание пророка. И сам пророк, алейхиссалам, и сподвижники. Даже послание Божие, опять же, вот, если вдруг потом забудем, пока вспомним. Говорят, неприятный запах изо рта. Во-первых, почему неприятный? Если какие-то нездоровые больные зубы есть, между зубов что-то осталось, нужно использовать нить, там, ирригатор. И основное скопление микробов, именно они дают неприятный запах на языке. Даже если вы ночью встали, поели, утренний намаз совершили, потом легли спать, надо все равно высыпаться. Потом вам на учебу, на работу, либо вообще жизнедеятельность. Утром вы чистите зубы просто малым количеством пасты
И особенно чистой просто щеткой прочищайте свой язык. Никакого запаха, ничего не будет. Угу. Когда люди говорят, вот как там, чуть-чуть пасты, еще что-то. Ну, то есть я иногда даже говорил о том, что хорошо, пасту вообще не используйте. Но момент. Мы же берем как пример пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Он в течение всего дня поста, это достоверно известно, всего дня поста чистил зубы мисваком. Мисвак — это такая палочка, она имеет четкое, то есть она чистит, она отбеливает зуб. Сейчас уже такие пасты uh-huh. тоже есть, просто палочка. Она uh-huh. и щетка, и паста имеет эффект и отбеливания, очищения, антибактериального воздействия, и вкус uh-huh. имеет. Посланник Божий в течение всего дня поста чистил. То есть очень важно, чтобы от постящегося каких-то неприятных запахов не было. Или, например, человек говорит, нельзя мыться. Как uh-huh. нельзя мыться? То есть канонически можно и нужно, и утром ты спокойно душ прими, спокойно используя парфюм, чтобы в течение дня от тебя исходил приятный запах. То есть угу. использование парфюма, какие-то масла на кожу, это никак не влияет на действительность поста. Вообще никак. Угу. Смысл поста же заключается в том, чтобы просто выдержать, да? То есть проверить Здесь себя. Здесь не вопрос выдержать. Нет? Нет. Нет? Пост одна... Нет. Вот мы с вами, если подойдем к спорту во время поста, я вам скажу. То есть мне, когда я начал пропагандировать спорт во время поста какое-то количество лет назад, потом те, кто осмелились, говорили, Шамиль, что ж мы до этого это не знали? Мы тут терпели, мучились, лежали на диване. Не, именно нельзя так делать. Наша кровь, то есть в течение суток не поступает вода. Кровь густеет, обмен веществ затормаживается. Это не полезно для организма. Наоборот, нужно двигаться больше. Поэтому, то есть к спорту мы подойдем. А вы потерял ваш... Вы говорили о чем? К спорту подойдем. Я говорила о том, что, ну, то есть человек, вот постящий человек, он же не должен себя там ограничивать, да? Вот, вы говорите, ограничение. Ограничение. Это пост – одна из форм поклонения Богу. Нужно uh-huh. понимать, с точки зрения ислама, это айбада – одна из форм поклонения Богу. Все. Одна из форм. Дальше мы говорим про плюсы. Плюс там психологический, физический, интеллектуальный там и так далее. Все эти плюсы. Но основное – это одна из форм поклонения. Угу. Терпеть здесь не надо. Терпеть и не нужно будет. Организм, ну вот я с 12 лет, мне сейчас полных 46, вообще 34 года, и все эти годы пост сдвигался на 10 дней, он сдвигается лунный по отношению к солнечному, 10-11 угу. дней. То есть в итоге весь круг вот так я прошел за все эти годы. И соблюдал посты в жарких странах, и когда был студентом в Египте, и однажды на 10 дней был в Саудовской Аравии, именно в период поста температура была 50 градусов. То есть в самых разных, и в холодные периоды, и длинные дни, и короткие дни. Я никогда не пользовался послаблением касательно длинных дней. Есть, могут быть послабления, если человеку сложно. Я писал по этому поводу материал, там пост соблюдения поста по американскому времени на umma.ru есть. Но я сам этим никогда не пользовался, при этом я больше всего читал, больше всего писал, и больше всего занимался спортом именно в пост. Потому что у вас энергии становится больше. Организм на переваривание пищи энергию не тратит. Угу. Шамиль Рифатович, ну вот вы занимаетесь спортом во время поста. Для меня это удивительно. Когда я занимаюсь спортом, мне нужно как минимум литр воды, чтобы прийти, ну как-то вот ты же занимаешься спортом, и тебе необходима жидкость. Как вот это получается, двойная нагрузка? Все верно. Нужна жидкость, и сразу, опять же, пока не забыл, вот ситуация с коронавирусом, здесь вот такую маленькую вашей аудитории важную вещь. Вот с врачами, в том числе с некоторыми такими продвинутыми, изучающими эту проблематику, общался с одним из них вчера. Он говорит, очень важно, то есть как бы по возможности скажите людям, если ротовая полость, да, она сухая, для вируса это очень хорошее место, чтобы попасть туда и активизироваться. Mm-hmm. То есть... И с точки зрения мусульманских канонов, и сам пророк, алейхиссалям, вы спокойно можете полоскать рот и нос в течение всего дня. Это нужно хорошо понимать. Чувствуете пересыхание? Ополоснули. С собой держите эту воду. Просто вы не глотаете, а вы плевываете. Но ополаскивать, чтобы это постоянно было влажным, это даже иногда и нужно. Даже сами сподвижники, когда чувствовали усталость или там жару, да, в Аравийском полуострове, они просто такой... Там, наподобие ванны, погружались туда. Кожа, через кожу организм получает необходимое количество, в том числе воды, если на самом деле критично. Критичный недостаток воды в организме. Это тоже момент. Это никак не влияет на пост, но, к сожалению, в Средней Азии очень много. То есть, хотя я специально писал материалы по этому поводу.
Ролик мы записали. Все обосновано. Но, к сожалению, некоторые мамы нельзя не мыться, не купаться. А если что-то попадет, а туда попадет, послушайте, вы ушами что, воду пьете? Да у вас через уши может что-то попасть в этом, если в уши попала вода. И что, она что, тем самым пойдет в пищевод и в желудок, что ли? Ну нет, конечно же. То есть вот эти глупости, они неуместны. Тем более в период коронавируса неуместны. То есть вода с точки зрения водных процедур, вода с точки зрения полоскания носа и рта, и сам пророк так делал. Но это хорошая новость, потому что я как раз об этом думала. Да. Это важно. Это важно, и еще раз это важно. Вот. Угу. И второй момент очень важный в контексте коронавируса, как раз вот общаясь с одним медиком, его до сих пор понять медики не могут. Как он себя ведет, мутирует, изменяется. А к одним прилипает, к другим не прилипает, не поймешь. У кого-то активизируется, кто-то просто переносчик. Самое основное, то есть на сегодняшний день нету лекарства в мире. Нет. Я даже буквально недавно, вот мне звонил один мой товарищ из списка Forbes российского. То есть он довольно тяжело, он говорит: Шамиль, береги себя. То есть он переболел, и как раз до этого был во Франции, и вот получается там заразился. Он тяжело переболел, он говорит, реально, говорит, очень непростая вещь. Вот, хотя он очень спортивный, такой активный по жизни. И говорит, Шами, пожалуйста, береги себя. Поэтому здесь самое главное, вот врачи, вот даже этот знакомый врач сказал, это иммунитет. Наш организм – это просто совершенная машина. Если держать иммунитет на должном уровне. В пост, что такое иммунитет в пост? Это одно из главных – это сон. Одно из главных – это сон. То есть не наедаться по вечерам, по много, потом спать невозможно, либо спишь вообще нездоровый сон с полным животом. То есть с точки зрения рекомендаций, например, я всегда говорю, вечером, так как ночь не такая длинная, вечером вы ешьте овощи, фрукты, то, что легко усваивается. Овощи, фрукты, это буквально там час-полтора усвоится. А потом вы ночью встаете, да, там в 2 часа ночи, вот у вас ночной прием, перед зарей прием, вот здесь бобовые, орехи, сухофрукты, чуть-чуть, крупы, то, что долго переваривается. Все. И тогда все в здоровом режиме. То есть и с точки зрения правильного питания нужно поддерживать иммунитет. С точки зрения сна. Даже если человек скажет, я на работе, потому что я всегда пропагандирую дневной сон. Человек скажет, я на работе. Ну, послушай, на работе же должен быть обеденный перерыв. Просто сядьте, хотя бы 20 минут вздремните. То есть иммунитет, правильное питание, в том числе, то есть разные там какие-то вещи, там и куркума, или там черный тмин, там омега-3, да, чеснок. Чеснок, когда вы кусаете, человек скажет, вот запах будет. Кусаете большими кусочками и проглатываете там с кефиром или с йогуртом, вы когда вот ночью встаете, проглатываете в конце трапезы. Он уходит кусочками, когда особо запаха не будет, если вы в чистоте держите ротовую полость. Поэтому главное это вот влажность, да, увлажнять, и слизистую, и второе – это иммунитет. А это правильное питание, обязательно сон. Ну, сейчас, конечно, такой непростой, непростой пост будет, да, то есть такое двойное испытание для многих, да, потому что… Вот, я слово «испытание» не люблю. Да, хорошо, не испытание, да, ну, то есть… Возможность. Да, мы окружены божественной милостью. То есть в Коране говорится, «Интауду ниамат Аллахи ля тухсуха». Если захотите сосчитать божественные дары, вы не сможете этого сделать. Их очень много. То есть мы через проблемы раскрываем. Вы 30 лет держите уразу, для вас это уже, знаете, пост, вы уже просто настолько привыкли, ждете. А для многих людей... Да, но смотрите, 11 месяцев... 11... Нет, воспользоваться возможностью для многих. Не надо себя проверять. Когда вы проверяете, когда вы чувствуете там какое-то испытание, какую-то сложность, вы психологически настраиваете. Нашим телом управляет мозг. Поэтому, когда люди говорят, вот там меньше двигаться, они замерзают, у них кровь густеет, обмен веществ замедляется, они такие бледные, несчастные ходят, думают, что они терпят радиолог. А когда я начал говорить, послушайте, спорт, как я рекомендую спорт? Утром это обычное приседание, обычное отжимание, легкая пробежка, душ. То есть простые вещи, которые просто каждый час-полтора активизируют ваш кровоток и обмен веществ. В итоге, в том числе вот эти какие-то жировые моменты, еще что-то, организм их потихонечку будет уничтожать, потому что вы обмен веществ активизируете. А нужно менять вообще свой образ жизни, да, вот во время поста? То есть, Расписание дня. Нужно менять. Но с учетом приема пищи. Вечером после захода и до зари. Вот здесь с учетом уже этого издвинется вопрос сна, чуть-чуть изменится,
И вообще, то есть, как бы, и у вас день высвободится. Почему я много успеваю днем? Потому что он высвобождается день, там питания нет. Там не нужно время тратить на то, чтобы приготовить, чтобы покушать, на то, чтобы переварить. И вот возможность, даже если люди в первый раз, они должны понять, что это здесь вопрос вскрытия себя. Не с точки зрения какой-то смелой, нет. С точки зрения, вот я однажды с одним человеком говорил, он там за голодание, он лечит голодание. Люди вообще ничего не едят. Они воду, только пьют воду. Один день, второй, третий, четвертый, и там он там профессионально все это объясняет. Это открывается, то открывается, мозги включаются, организм включается, иммунитет включается. Он не столько всяких примеров, там, киста у того ушла, у этого там раковая опухоль ушла, у того ушло. Организм решает проблемы свои, потому что ему не приходится переваривать постоянно эту пищу. У него высвобождается энергия, и он может посмотреть на себя и оздоровить себя. Я даже помню, японский ученый, да, то есть у него же есть какая-то методология, я в прошлом году читала у японского ученого, где он лечит голоданием. Но мы-то не голодаем целыми днями, вот. Да? То есть поэтому мы-то просто должны вечером правильно питаться. Да. А вечером вы видели, нам нужно наши много стар, клетчатки. Казахстанский. У нас ифтар, как ифтар, понимаете, там и бешбармак, потом и плов, и манты. Да, это тесто и мясо очень долго переваривается, это очень сложно. До утра, до ночи, до ночного приема пищи не переварится. Потом еще туда вторым этажом закидывают. Это даже Ибн Сина говорил. «Ат-таму аля-таам». То есть худшее для желудка – это «ат-таму аля-таам» – еда на еду. То есть когда непереваренная пища. И с точки зрения наставления пророка Мухаммада, алейхиссалям, то есть не только надо кушать на голодный желудок. Поэтому просто маленькое, опять же, вот вечером на ифтар – клетчатка. Опять же, нужно понимать, наш кишечник напрямую связан с мозгом. Если мы не будем правильно питаться, и будет какой-то застой – у нас начнется упадок сил. Но это не из-за поста будет упадок сил. Из-за того, что у нас плохо работает кишечник. Мы вечером не едим фрукты, зелень, овощи, клетчатка, которая нас и оздоравливает, и витамины, и быстро переваривается. И заодно организм, а пищевод, он напрямую связан с мозгом. Люди иногда говорят, вот усталый, там это усталый, то усталый. Вопрос работы организма, в том числе кишечника. То есть кишечник, он напрямую связан с мозгом. Поэтому даже интересно, однажды один человек резко решил худеть. Да. Такой живой пример. И он сбросил за месяц, он что-то там 25 или там 30 килограмм, ну просто вот. И у него начались панические атаки. Мозг. То есть кишечник дал конкретный удар, сигнал СОС, и начались панические атаки. Просто он не может в лифте ехать. Он боится смерти. Здоровый, нормальный, взрослый человек. Поэтому вот вы расскажите нам вот про свой ифтар. Как вы, открываете уразу, да, правильно, как сказать? Да, ифтар, разговение, да, можно открывается аузачу. Аузашар, вот аузашар. Да, на казахском, аузашар, да. Вот, а так разговляться. Нужно понимать, что начинать нужно с воды. С точки зрения всех медицинских рекомендаций и действий самого пророка Мухаммада, алейхиссалям. Вода. И всегда он ел финики. Если есть финики, то есть финики, они, в них очень много, и фосфора, и мофа, всего очень много. Просто много нельзя, они слишком сладкие для организма, это будет перебор. Финики, то есть сразу у нас глюкоза бжик, поступает в мозг. Потом уже там вечерние молитвы и так далее, и потом уже трапеза. Но трапеза основная вечером, как я сказал, если коротко, все то, что быстро переваривается. Салаты, зелень, оливковое масло, да, очень полезно. Овощи, фрукты. Вот только это. И оно как раз вам, все силы, витамины, клетчатка, все это даст. А уже ночью, да, когда человек станет на сухор, вот это, так называемый утренний прием пищи, но до зари, там уже то, что долго переваривается. А это хорошие крупы, да, это орехи обязательно. Да. Это, там, может, кусочек мяса, если человеку нужно. То есть вот именно то, сухофрукты, то, что долго переваривается, но не, опять же, не объедается. Это будет просто супер. Организм. А если человек проспал? Вот этот момент. Если проспал канонически, он может спокойно дальше соблюдать пост. То есть канонически никаких проблем нет. Здесь еще один нюанс, опять же, вот, с точки зрения требований соблюдения поста. Это намерение. Некоторые люди говорят о том, что вот я там проспал, намерение не проговорил. Намерение проговаривать не надо. То, что навайту анасума саума фарден. Да, то есть вот это вот начинается оно. То есть намерение арабском, я намереваюсь соблюдать обязательный пост. Проговаривать нет необходимости. Просто как ритуал, как что-то полезное. Пожалуйста, проговори, хорошо. На родном, на арабском, не вопрос, намерение.
Это обычно как раз вот ночью, когда встают, поели, и перед завершением, ну, вот уже завершают, и намерение проговаривают, все, Аллаху Акбар. Хорошо. Но человек проспал. Нужно понимать, каноническое требование – это одно из важных положений поста – намерение. Но оно подразумевает намерение сердцем. То есть вы мысленно с вечера уже соблюдались завтра соблюдать пост. Вы уже собирались завтра соблюдать пост. Намерение было. Этого достаточно. А то, что вы не встали, на действительность поста не повлияет. Я сам даже, когда в школе учился, разные бывали случаи, когда я не проснулся утром. Даже активный там подросток, мне все равно у тела какая-то особая легкость появляется. И вот даже я одного врача, слушая, про нескольких своих пациентов мне рассказывал. То есть вот как я сказал, когда голодание, день, два, три, четыре, ну то есть у людей какая-то все больше легкость. Этого нам не нужно. Да, то есть с точки зрения канонической. Но человек должен понимать, что вот здесь процесс оздоровления, духовного какого-то озарения, интеллектуального движения и развития в том числе, то есть вот это вот какого-то раскрепощения, что ли, да, от такого отягощающего вас тела, то есть чтобы больше душа и интеллект как-то немножко так приподнялись. Здесь очень важно является правильное питание и отсутствие переедания. Ну, ведь пост – это ведь не только очищение, ну, то есть это, во-первых, ты таким образом исполняешь свой один из столпов, да, ислама, во-вторых, ты же очищаешь свои мысли, да, то есть там помимо того, что ты не имеешь права принимать пищу в течение светлого дня, да, светового дня, то есть ты же не имеешь права там мыслить, да, негативно, там, да, но это пугаться, разные вещи. Это разные вещи, да. Это немножко разные вещи. Какой здесь нюанс? Они разные в том смысле, что вот есть каноническое требование. Если вот то, что мы с вами сказали, там прием пищи, плавотношение, питье воды и наличие намерения. Вот, вот это просто вот железобетонное важное правило. Без них никак. Хорошо. А то, что речь, да, мысли, действия, поступки, да, пост, и тем более, как бы вот когда человек не питается, он становится как-то более где-то добрым, более благородным, более внимательным. Ну, как я сказал, то есть душа и интеллект больше пробуждаются. Вот. Есть в хадисах, в том числе говорится о том, что если человек не перестанет там лгать, ругаться, там, материться, сквернословить в пост, то нет смысла от его поста. Но здесь не с точки зрения, что его пост недействителен, просто он из-за вот этих вот грехов, сквернословие, там, клеветы, какое-то ругань, ссор, споров, он теряет вот это вот божественное воздаяние. Саваб, аджир пред Богом за соблюдение поста. То есть пост, даже человек, если поругался, наорал, накричал, там, пятиэтажным матом где-то ругался, и он соблюдает пост. Пост не нарушился, вот ему не нужно восполнять это постом, но должного воздаяния за пост он уже не получит пред Богом. И обязательно нужно заниматься благотворительностью, да, на протяжении всего поста. Здесь не вопрос обязательно. Вопрос того, что есть понятие закятуль фитр. То есть это отдельная категория такой благотворительности, которая связана непосредственно с постом. То есть опять же, вот на umma.ru есть целый вот сайт, umma, 4 буквы. Там есть прямо, если в меню, пост. И вот есть закятуль фитр, там как раз поясняется подробно. Если коротко, то со всех членов семьи, даже тех, кто не постится, маленькие дети, например, там, или беременные, еще что-то, или пожилые, которые не могут из-за старческого заболевания, глава семьи выплачивает этот вот закятуль-фитр, может в течение поста, либо в завершении поста, до начала праздничной молитвы. Даже потом обязательно сохраняется, но уже не такое вознаграждение. Так вот, на протяжении всего месяца поста это... Но вот сейчас, например, Дом РФ, Духовное управление мусульман Российской Федерации, вот мы как раз фетву писали, для малоимущих там 100 рублей, а уже пожелательный средний достаток, если человек, или высокий достаток, это 300 рублей, либо 500 рублей. А так некий минимум. То есть этот расчет с учетом тех вещей, которые упомянуты в хадисе. То есть такой эквивалент уже в деньгах. То есть человек вот эту часть, да, он фонд передаст, мечеть передаст, нуждающимся передаст. Но в течение всего месяца может это передать, это не такая большая сумма, но от всех членов семьи и желательно с точки зрения получения должного вознаграждения пред Богом до начала праздничной молитвы. Супер, очень подробно так объяснили.
Я 2 раза в жизни держала уразу, пост, и каждый раз, вот особенно вот в летний период, я всегда как-то себя жалела, да, но вот мне понравилось, как вы сказали, что это не испытание, да, потому что ты, вот мой разум начинает готовиться к тому, что, Динара, ты с утра встанешь, пойдешь на работу, ты в течение дня будешь только разговаривать, у тебя там прямые эфиры, вечером у тебя, не, там я еще вела новости, да, например, там много лет, то есть вечером тебе нужны силы, а ты будешь такая бессильная сидеть, да, ну, каждый, вот 2 раза в жизни я держала уразу, и для меня это было вот самые, наверное, такие светлые дни, да, в моей жизни. В итоге они самыми светлыми становятся на самом деле. Но это, ну давайте потому честно, что пробуждается интеллект. Это нелегко. Это нелегко. Я согласен. Я сдавал экзамены в университете Аль-Азхар в период поста. Это очень сложно. То есть я не несколько килограмм похудел, но я в тот период, но я вот, вот как я сказал, высвобождается дух, да, душа, интеллект. Они намного, то есть мы начинаем лучше чувствовать себя, слышать себя. То есть это вот реально такой очень интересный заряд. Поэтому важно очень на это настроиться. При правильном питании такой эффект именно будет, отяжеления не будет. В том числе при правильном вечером, да, вы же, у вас долго не поступала жидкость, у вас загустение крови. Поэтому на вечер я сам практиковал. Шел в спортзал на аэробные занятия, которые, ну, нагрузка, да, ну, на просто силовые. Просто супер вечером. Человек. Нет, когда любой человек так может. Когда застаивается уже кровь, то есть вечером уже за 2 часа до разговения, там уже интеллект, все, в организм закончилась глюкоза, интеллекта не особо. Здесь нужно включать физику, включать тело. И самому так заниматься будет сложно. Если, например, в группе, там, аэробные группы, такие. Я на велосипеде просто выезжал уже в этот период, потом отвечал на какие-то вопросы интернетные в наушниках, ездил по лесу на велосипеде. Все, организм включается, он наоборот. То есть вы за счет вот этих вот аэробных занятий, некоторые мои знакомые, многие, футбол, они говорят, Шамиль, мы такой заряд получаем, настолько организм прям все, весь пробуждается. Именно в этот период процесс оздоровления начинается, потому что еды нет, и организм за счет вот этого кровотока, обмена веществ, организм начинает уничтожать внутри нас что-то вредное, что-то плохое, никчемное, да? В том числе какие-то жировые отложения, еще что-то внутренние. Все. И в итоге вам еще легче становится. И опять же, много лет соблюдая пост. Сказать, что вот я всегда, вот в этом году, конечно, сейчас карантин, таравиха не будет. А так я всегда весь Рамадан, я разговение у меня в мечети, в кабинете. У меня что? Одно яблоко, финики, фисташки и в термосе заварен этот урюк обычно. Все, больше ничего я вечером не ем. Ничего. Потому что я остаюсь в мечети, я много пишу, и потом травих намаз, и только в час ночи уже я еду домой, там уже кушаю. В общем, все от головы, да? То есть, если намерение очень у тебя... важен настрой, есть, настрой, да, настрой, настрой. Намерение ваше – это одна из форм поклонения Богу. Все. То есть, вы пред Всевышним уже... Это другие врата божественной милости. То есть это вы ориентируетесь на божественное повеление, кораническое, заключительное священное писание. И раньше пророки, и до этого всегда был пост, как одна из форм поклонения Богу. Здесь вы вообще громадину для себя открываете, нескончаемую божественную милость, просто врат. Потому что вы это как поклонение. Но при этом получаете такие бонусы, да, интеллектуальные, духовные, взаимоотношения там и так далее. Поэтому я говорю, очень важно не шарахаться муж и жена во время поста друг друга. Абсолютно нет. То есть обнять друг друга, поцеловать. То есть вообще никаких вопросов на этот счет. Поддержать, да. Ну и поддержать. И, ну вот наоборот, отношения, они еще как-то вот еще лучше раскрываются. Еще какими-то светлыми становятся. Поэтому ну а люди, которые не держат пост, да, но для постящих делают, там, накрывают стол, готовят правильное питание, да, они же получают саваб? Нет, они получают саваб, да. Это в хадисе сказано, что если, например, вы соблюдающему пост, вот он на разговении, вы ему даете воды, то воздаяние пред Богом, которое он получил за свой пост, вы тоже получаете, не лишая его и его воздаяния. То есть у него свое остается, а у вас еще вы получаете, как бы, сколько он получил. Это да, накормить соблюдающего пост на разговении, это там великое дело, очень вознаграждаемое и так далее. Но нельзя этим заменить сам пост в любом случае. То есть это одна из форм благодеяния. Хорошо. Много там шатер Рамадана. У нас тоже перед мечетью. Вот опять же, из-за коронавируса в этом году не будет. А так больше 10 лет было. То есть люди приходят самые разные на разговение. Там бывают и культурные программы, и разные регионы государства делают эти культурные программы. То есть там примерно одновременно
350-400 человек в шатре, они кушают и смотрят культурную программу, и все это классно. Потом уже идут прямо перед мечетью все это. Большой шатер, потом идут в мечеть. Поэтому это все хорошо. Во всем мире есть такие как бы трапезы, где угощают, где в домашних условиях, но сейчас карантин. И здесь очень важно. Даже вот мне, например, там попросили для Ингушетии записать ролик, мы быстро записали, там они сейчас крутят на телевидении, на радио. И они у разных общественных деятелей взяли вот такого рода обращение касательно того, что люди, то есть обращение к людям, чтобы они пока что определенно ограничили себя в этом передвижении по селу, да, в приходе, в гости. Сейчас тема Рамадан, на разговение друг к другу. Вот этот коронавирус очень такая коварная вещь. И лекарства нет. Люди должны понимать. Здесь должна быть на самом деле очень серьезная самоизоляция. И ну, это непросто. Здесь нельзя вот так вот сказать, что там я там соблюдаю пост, Всевышний меня там защитит, еще что-то. Я же хорошее делаю. Послушайте. «Валя толькуби айдикум ля тахлюке». В Коране говорится, не бросайте сами себя своими же руками в опасность. Тахлюке – то, что может вас погубить. И таких немало. Пророк, это в Коране про аят. А пророк говорил, «Ля дарара валя дарара фил ислам». То есть нет того, чтобы наносить себе или другим вреда. Такого в исламе нет. То есть мы не имеем права наносить вред ни себе, ни другим. Поэтому здесь люди должны быть благоразумны, что если да, Всевышний в хадисе говорится, дает заболевание и дает лекарство от него. Лекарства сейчас ищут, да, даже если это искусственное какого-то происхождения вируса. Найдут, но мы обязаны прислушаться к медикам, вот этот карантин выдерживать, мы обязаны себя оберегать. Поэтому вот в этом году, например, там шатры Рамадана, вот это все, посещение гостей, этого, то есть минимизировано во всем мире. И посещение и мечети правильно. В том числе. Да? Мечети вообще закрыты. Просто они закрыты, чтобы люди... Это не просто минимизировано, это закрыто. Шамиль Рифатович, вы наверняка... Ну вот вы столько лет, да, изучаете ислам, проповедуете ислам. Вот мне интересно ваше мнение, да, Всевышний, когда задумал пост, да, то есть он же... Цель какая? Чтобы человек стал лучше? Чтобы человек был чище? Ну, в смысле, во всех смыслах, да? Вот я, по-моему, в прошлый раз вам говорил, но не знаю, у меня под рукой была эта книжка «Мир души». То есть часто говорят, вот подростки проблема, взрослые проблема, кризис среднего возраста проблема, осознание смысла жизни, потерянность там, депрессии, апатии. Люди, когда прочитают, читают эту книгу «Мир души», они прямо вот, ну, в таком, в легком она, шоке и благодарны. Именно эта книга «Мир души», она мега популярная. Да, она одна из самых популярных у меня. Хотя не все популярны, триллионерная тематика особенно. Но вот это «Мир души», она пересдается много лет. Там есть важный материал про смысл жизни. И эта книга есть в электронном варианте, там, в аудиоформате в том числе. Смысл жизни. И один из аятов, который там цитирую, один, то есть я сейчас весь материал не могу передать, но да, вот один из аятов. «Халяк аль-маута валь-хаята лиаблюакум айюкум ахсану амаля». То есть Аллах, Бог, Господь, Господь миров. Он, халяк аль-маута валь-хаята, сотворил. Такие два понятия, как смерть и жизнь, для того, чтобы лиаблюакум, испытать вас. Кто из вас лучший делами? Знаете, здесь вот это вот лучший делами. Или, например, в другом аяте, фастабикуль хайрат, соревнуйтесь в благом. То есть мы так заложены в нашей природе, что, по сути дела, мы должны постоянно двигаться вперед. Интеллектуально, духовно, физически развиваться. Если посмотреть в историю человека, постоянно рекорды такие, даже говорят обычно там, раньше не верили, что можно быстрее добежать, выше прыгнуть. В итоге люди все равно в это, кто-то в это поверил, он прыгнул выше. Кто-то в это поверил, он пробежал быстрее. То есть мы постоянно, постоянно все совершенствуем. То есть мы в самых разных. Вот богословие. Можно было сказать, есть Куран и Сунна, что там, что еще нужно. Но все 14 веков пишутся книги о богословии на арабском. Двухтомники, пятитомники, шеститомники, двадцатитомники. То есть толкование Корана, хадисов, такие книги, другие. И они в каждом поколении своя такая определенная волна. Айюкум ахсану амаля. Кто из вас лучше делами? В науке, в культуре, во всем. Вот вы телеведущий, например, там ведущий 20 лет назад, и сегодня, 10 лет назад, и сегодняшний ведущий. Все эти технологии. И это постоянно. То есть ну, вот это вот вопрос включенности нашей. Вопрос обращенности к душе. Даже вот карантин. Он всех тормознул. Что все как-то так услышали жизнь, услышали пение птиц, услышали там возгласы своих детей,
да, то есть свою вторую половинку, что она там уже несколько лет не может достучаться до устающего там, уставшим приходящего по вечерам мужа. То есть они хоп, и как-то услышали. И вот пост, в том числе, это как раз ежегодное. Для меня тоже некомфортно. Я человек режима. То есть у меня как такой, как чуть ли не военный режим. То есть я постоянно в таком режиме нахожусь. А в Рамазан я должен полностью переиграть режим. То есть поменять сон, питание, все, нагрузки физические. Поменять все это местами. Вроде как это сложно, но когда ты настроен, и у меня всегда все расписано, что я должен делать в период Рамадана. Я поэтому говорю, в итоге я больше пишу, больше читаю, больше дел успеваю и больше спортом занимаюсь. Супер. Шамиль Рифатович, я знаю, что вы изучаете нейробиологию, да? И не только нейробиологию, мне кажется, что много изучаете. Вот расскажите, как изменить плохие привычки, да? Многие люди даже... ну, не знаю, наверное, слабохарактерные, да, которые вот понимают, да, что роза, они наблюдают, могут, даже в одной семье могут там, кто-то держит пост, кто-то не держит, да, кто-то в этот момент там молится, держит пост, а кто-то в этот же момент может там пить, курить, я не знаю, там еще что-то делать. То есть вот как изменить человека и, то есть человека вернуть на праведный, нормальный путь? Но, то есть в нейробиологии это же как-то вот можно, вы же знаете, как там нейроны работают. Здесь суть какой? Во-первых, те, кто меня читает, слушает, знают, мой стиль изложения, то, что вот прямо так в лоб кричает человек о том, что ты должен, ты вот это должен, ты Богу должен, ты там этому должен, ты обязан, это не работает. И с точки зрения нейробиологии, и с точки зрения психологии, для нашей природы это не работает, это очень неграмотный подход. Поэтому в Коране говорится даже: «Удуа иля сабиля раббики биль хикмати валь мауизати хасана ваджадильхум биллатихи ахсан». То есть призывай к пути Господа твоего мудростью, а мудрость – это громадная вещь. Хорошим наставлением – это очень непросто. Да, это не просто какие-то слова там правильные. И спорь, если споришь с людьми, спорь с чем-то самым наилучшим. А самое наилучшее, надо будет вообще молчание в споре. Поэтому, но с точки зрения нейробиологии, да, последний. То есть я с 80-х всегда увлекался медициной, мне было всегда это интересно, психологией. И вот в начале нулевых начали выходить книги по нейробиологии, тоже много читал. И Дэниел Джи Амон, и там разные. Они в рекомендациях моих на ума.ру есть, Шамиль Альдинов рекомендует. Но с точки зрения привычек, нужно понимать, вот даже вот по детям смотря, детям, например, я объясняю, там с 5, 6, 7 лет уже, и старший потом объясняет младшим. Вот этот механизм привыкания к электронным устройствам или там каким-то играм, да, или просто к телефону. Уже давно доказано нейробиологами о том, что алкоголь, да, сигареты, кальян, да, в том числе, наркотики, просто вот какие-то там нездоровые, разные психотропные вещества, и в том числе электронные игры, они все совершенно одинаково влияют на работу нашего мозга. Они искусственно активизируют выработку дофамина. Mm-hmm. Дофамин – это как раз один из нейромедиаторов, который делает нас как бы счастливыми, таким радующимися, довольными. Но вот эти все вещи, которые я перечислил, вредные, на самом деле это все вредные привычки, они все, и опять же, вот нужно все-таки добавлю, проблема распространенная в современном обществе, в мире – это вот, ну, так называемое там прелюбодеяние. Человек, особенно, когда человек появляется достаток, там, вот это, там, здесь познакомился, там, вот такое чувство себя какого-то мачо, там, ему нужно там со всеми там переспать и так далее, и так далее. Это тоже. То есть человек, то есть как бы греховный и нездоровый, с точки зрения даже физиологии, там, венерические заболевания в итоге и так далее, и так далее. И даже я здесь не говорю про религию, даже с точки зрения медицины, это очень вредно, очень пагубно, с точки зрения семьи и всего. Но вот это все пагубное, оно дает вот этот скачок нездорового дофамина. Нейробиологи уже как бы все, с учетом сканирования мозга, определенные области мозга, они включаются, человек, и поэтому человек, если вот к этому привыкает, его прямо тянет к электронным играм, тянет прямо там, там везде познакомиться там с женщинами, тянет там на алкоголь, у него хоть и в каких моментах особенно. Здесь опять же вот жены должны понимать, они часто ругают мужей, но не понимают. Когда ругают мужей, просто даже критикует, просто даже формально к мужу относится. У него из-за этого дофамин здоровый снижается. Угу. Ему нужно
это как-то компенсировать. Да. Да. Ну, в данном случае некрасиво и греховно. Он находит себе там любовницу или еще что-то, она ему скажет, ой, ты такой лапочка, ой, ты такой, такой молодец и так далее. У него дофамин хоп-хоп-хоп-хоп наверх пошел. То есть то же самое может делать жена. Но иногда с годами, через 5 лет, через 10 лет, муж к жене, жена к мужу, как какой-то мебели, ты должен там зарабатывать, ты должна помыть посуду. Все. И все вот это вот великолепие, красота, где больше всего счастья в семье, начинает разваливаться. Поэтому, возвращаясь к привычкам, как с этим, что с этим делать и как этого избежать, если человек уже в этих привычках погряз, как из этого выйти? Здесь тот же самый отдел мозга, который вырабатывает дофамин, он вырабатывает здоровый дофамин. То есть дофамин, но дофамин. Но просто есть привыкание к чему-то пагубному, вредному, а есть привыкание к чему-то здоровому. Но здоровый дофамин, он сложнее. Потому что с годами отношения в семье становятся более сухими. Надо быть более этичным, более где-то вежливым, где-то комплимент, где-то интересный парфюм, где-то обнять более искренне, быть здесь и сейчас. То есть вот этот дофамин добавлять более в новых формах. Спорт. Человек походил там, покачал определенные мышцы, уже устал. Переключись на пилатес, переключись на аэробные занятия. Это все спорт. Здоровый дофамин. Здоровое питание. Да, обожраться там тестом и мясом, тесто дает серотонин. Человек вроде как хорошо себя чувствует. Поэтому полные люди такие все добренькие такие. То есть им тесто все давай, они такие еще добрее становятся. Это серотонин. Но если человек правильно питается и занимается спортом, активен, интеллектуальная деятельность есть, у него идет дофамин, здоровый дофамин. И в итоге шух, шух, шух. То есть человек... если сделать так, можно, например, да. допустим, человек, ну там, я не знаю, играет в казино, да, хочет побороть эту привычку. Ну, к примеру, я не знаю, да, хочет таких побороть, много. Все, да. хочет все, и этот что? Азарт уничтожить. И как только он хочет, там, например, в казино, он идет, сворачивает и идет в фитнес-клуб, например. То есть вырабатывает здоровый дофамин. Но он может в течение 21 дня, например, поменять эту вот... Про 21 день, что можно привить себе одну новую привычку, я, честно говоря, вот по факту и в жизни, и с точки зрения нейробиологии, с точки зрения нейробиологии, новые нейронные пути, которые будут обслуживать вашу новую привычку, они образуются 3-6 месяцев. То есть вы 3-6 месяцев должны себя ежедневно заставлять идти в спортзал. Вы будете сопротивляться внутри. Это мы очень подробно разбираем на моих 2-3-5-дневных семинарах. То есть под каждого в том числе подстраиваем. То есть внутреннее старое я, старая привычка, пагубная, легкий дофамин, тем более, когда деньги у человека есть, там это казино, оно толкает, оно более сильное. И здесь нужно будет себя заставлять не 40, не 21 день, 3-6 месяцев, и потом это поддерживать на уровне. Все равно заставлять, продолжать просто внутреннее сопротивление за счет образования новых нейронных путей, внутреннее сопротивление психологическое уже будет меньше, либо вообще не станет. Но нужно все равно себя подталкивать на чтение книг, на спорт, на семейные хорошие отношения, там, и духовную практику и так далее. Все равно подталкивать. Правильный дофамин, он все равно требует, чтобы мы себя подталкивали. Здесь, вот касательно казино, нужно понимать, что этот человек, вот его близкие, когда он именно в состоянии отчаяния очередного, я знаю много ситуаций. В Казахстане, к сожалению, по-моему, в каких-то определенных областях есть до сих пор казино. В двух городах только есть. Да, но столько, но есть разные вот игроманы, очень. То есть семьи просто страдают неимоверно. И даже небогатые семьи просто вот, даже недавно писали мои супруги, у меня просили спросить касательно того, что парень, он задолжал, 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 родители все за него закрывали. Потом сказали, все, мы не будем тебе больше давать. Он кончил жизнь самоубийством. Вот здесь для них, конечно, тяжело. Я-то их успокоил, от меня зависящее пояснил, объяснил. Но, то есть он все равно, это рано или поздно так и закончилось. Вот недавно один мне прислали, один мой знакомый, просто фотографию там этот, в группе в одной Фейсбуке. И мой близкий, то есть мы знакомы 20, примерно 2 года. Он иногда молился, иногда наркоманил. Он иногда молился, иногда наркоманил, к сожалению. То есть у него видно, какой-то у него папа, но он такой мажорный, из богатой семьи. В итоге он умер, то есть достаточно молодым. Ну вот мой ровесник, да, он умер. И у него, к сожалению, в том числе наркоманами дети стали. То есть так-то он все правильно понимает. Люди правильные вещи говорят там о здоровье, о духовности и так далее. Но вся твоя правильность, когда тебя никто не видит. Вся твоя правильность, когда вот на самом деле
там, где ты можешь там прелюбодействовать, где можешь закурить свой кальян, где все так классно, где тебе подарят самый лучший там какой-то там, не знаю, коньяк, маньяк и так далее, что ты вот, вот здесь как раз будет твоя набожность, а не в твоих правильных словах. Поэтому, что касается казино и этих вещей, эти люди должны хорошо понимать, когда у них опять они осознают, они должны сказать, уберите от меня все деньги. А они не имеют права переговорить со всеми друзьями, не давай мне, это люди больные, как наркоманы, токсикоманы, эти игроманы. Они, когда у них по любой причине снизится уровень дофамина до критической точки, это начинается состояние депрессии, до тошноты. То есть ломка начинается у наркоманов. Это состояние депрессии. У игромана просто даже жена на него просто взяла и накричала. У него хоп, дофамин уменьшается, он может и молчит, но ему очень нехорошо. Все, у него вот эта вредная привычка, она прямо бьет ему в голову, что давай быстро сейчас это решим, и я тебе сразу дам ощущение счастья. Поэтому же наркоманы, все вот эти алкоголики, они, многие из них, они просто высыхают, они уничтожают себя. Почему? Потому что нейробиологи говорят, эти привычки, они требуют постоянно большей дозы, потому что меньше дозы уже не работает. Но в итоге все эти привычки, опять же, нейробиологи говорят, разрушают мозг. Когда сканирование мозга у наркоманов, у алкоголиков делали, у них просто проедены области мозга. Убирает, ну, один бокал даже по статистике, Дэниел Джи Амон писал. То есть один бокал шампанского, вроде как нормально, что такого человек скажет, да, светский. Я, слава богу, никогда алкоголь не употреблял, никогда не курил, никогда наркотики не употреблял. Бог миловал. Но вот человек скажет, что такого там на Новый год выпить? Нейробиологи говорят, тот же самый Дэниел Джи Амон, у него сеть клиник в Америке есть, но он очень продвинутый, он один из самых продвинутых считается. И он один из первых, кто начал сканировать мозг и объяснять, почему люди нестандартно себя ведут. Порой люди совершали, вот он это начал, первый, кто выявлять, совершали преступления, их сажали в тюрьму, а на самом деле преступление, ну вот изучаешь, он не мог это преступление совершить. Оказывается, у него просто травма головы была, и именно из-за проблем с мозгом он это совершил. То есть человек, по сути дела, он психически болен. А не то, что он преднамеренно это сделал. Так вот, возвращаясь к... Этот пример привел вам. Сейчас... Привычкам плохим. Вот. То есть все-таки да. Вы считаете, что вот есть какой-то вообще шанс, да, скажем, все-таки заменить плохую привычку на хорошую? Есть. Кто-то не вот может этот... бросить курить, кто-то не может там бросить азартные игры. Да? Альтернатива должна быть, которая дает здоровый дофамин. То есть отношения в семье должны цвести, благоухать каждый вечер. Спорт должен быть. Читать полезные книги, слушать аудиокниги. Молитвенная практика какой-то минимум. Да, смеяться от души, улыбаться. Вот это все, оно включает здоровый дофамин. Никогда нельзя позволять снижению дофамина до какой-то низкой точки, когда вы чувствуете состояние депрессии. Я тоже устаю. Вы тоже наверняка устаете. Тут работа бывает, еще что-то, тут где-то не выспались, перегрузились. Да. И вы чувствуете какое-то такое вот это состояние, оно очень плохое. Вы должны сразу. Вот горячий душ, там горячая ванна, вот контрастный душ, вот спорт, вот книга, вот общение с мужем, с детьми. То есть вы должны что-то делать полезное, что тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, оно поднимает дофамин, это и психологически, и физически это вас оздоравливает, ну и, безусловно, своевременный сон. Шамиль Рифатович, мы с вами уже час в эфире. Я хочу подключить наших подписчиков, чтобы у них тоже был шанс задать вам вопрос. И у нас смотрит 3500 человек, даже больше. Друзья, воспользуйтесь возможностью задать вопросы Шамилю Рифатовичу во время оразы, во время поста. Вы будете выходить каждый день в прямой эфир у себя на странице? Ну, я планирую, да. И на trillioner.life, и на Умма, нижнее подчеркивание, ру, даст Бог, да. Было бы супер, потому что нам нужна будет поддержка всем. Да, с удовольствием. Просят продлить эфир еще на полчаса. Знаете, да. Моим подписчикам вы можете, в принципе, знаете, вещать круглосуточно. Хорошо, вот спасибо. У вас активные, да. Они. Да. Очень активные. Вот у меня... Как избегать неприятностей, да? Вот у нас был, кстати, эфир с Валерием Синельниковым. Он сказал такую вещь, что Всевышний разговаривает с нами через жизненные обстоятельства, да, то есть если у тебя в жизни как бы все хорошо, значит, ты не нарушаешь, да, правил Божьих, а если ты что-то там, у тебя в жизни что-то пошло не так, то значит, ты где-то нарушил какую-то, может быть, заповедь. Ну, это такое обобщенное высказывание.
То есть, если брать Куран, да, вот потихонечку будет читать по 2 страницы в день. Да, хадисы, я читаю, читаю. Да. Там берутся грани. То есть, грани на самом деле очень много. Есть, давайте я тоже вот выпью, у меня горло пересохло. Да, да, пока можно. Как раз шиповник себе заварил. Так вот, часто люди приходят и говорят о том, что вот у меня такие-такие сложности, наверное, из-за того какого-то греха, который я когда-то сделал. Я говорю, стоп, вы киллером работаете? То есть вы людей убиваете? Нет. То есть где-то что-то, какая-то мелочь. Я говорю, послушайте, в Коране постоянно говорится, табу аслаху. Раскаялись, исправились. Все. Это должен каждый человек услышать. Раскаялись, исправились. Врата покаяния, они открыты всегда. Угу. Есть очень удивительные слова Всевышнего Творца, переданные через пророка Мухаммада, это называется хадис Кудси, где говорится о том, что Всевышний говорит, то есть я вам даю возможность, то есть он, там такое высказывание, что просите у меня, то есть кайтесь предо мною, я вам прощу. То есть просите у меня прощения, я вам прощу, особенно в ночное время, особенно то есть до времени утренней молитвы. То есть вот посреди ночи человек встал, как он может даже помолился, раскаялся пред Богом. То есть он получает чуть ли не прямые вообще прощения от самого Господа миров. То есть это нужно хорошо понимать. К сожалению, вот 23 года я, как им сейчас позвонили, 23 года, как имам, люди спрашивают одно, другое, третье. Вот это очень распространенная ошибка. Люди какие-то свои проблемы, либо с детьми, либо со здоровьем, либо с финансами, начинают связывать с чем-то старым. Нет. Поэтому, по-моему, мы даже в прошлый раз с вами говорили, любая проблема – это возможность. Это возможность проявления божественной милости по отношению к нам. С разными ситуациями я тоже сталкивался. Я сам, то есть порой очень жесткими ситуациями, я сам себе говорил, Шамиль, прими это Богом данное, прими это, ты станешь умнее, сильнее, набожнее, богаче. В итоге так оно и происходило. И если мы движемся, поймите, есть некие такие духовные учителя, которые учат вас такой, там, не знаю, медитации, спокойствию, погружению в себя, отречению от мира, где-то вот там и у христиан это есть, и у мусульман это есть. Все это дуние, все это мирское, это не нужно, вот там успокоение, ничего не делай, муху не обижай и так далее. С точки зрения ислама, природа не такова человека. Человек должен быть активным, он должен добиваться, достигать. И у него будут проблемы, у него будут сложности. Мы с вами в прошлый раз цитировали из Корана это. У него будут сложности. Это все для него возможность. И с точки зрения земной, и с точки зрения вечной. Вы посмотрите, любой великий, ну, назначимые люди, публичные люди, сильные люди, великие люди, да, то есть, я не знаю, там, политики, писатели, художники, да, кто угодно, общественные деятели, они все подвергаются очень мощному бомбардированию. Сегодня, в период, тем более, интернета, против них какие-то мемы, какие-то там еще что-то, их цитаты вырезают, да, да. Как-то их оскорбляют, чего только не происходит. Вот, но нужно понимать, что вот сильные из них, они только становятся еще сильнее, да. Еще мудрее, лучше понимают ситуацию, да, они не включают какую-то тиранию. Они где-то включают мудрость. Здесь нужно вот так сделать. Здесь, то есть, они чувствуют обратную связь. Mm-hmm. И они понимают, что здесь очевидный злой какой-то дебилизм, а вот здесь, да, реакция, например, там, народа. Или реакция там вот этой вот какой-то группы людей на то или иное. Нужно здесь вот так, вот так, вот так это подстроить. То есть, вот жизнь, она всегда есть в таком созидательном, понимающем, глубоком смысле. Человек чувствует божественную милость, а не наказание. Mm-hmm. Это, да, мы состояние верующего бен-эль-хауфи, ва-раджа. Хауф испытывает трепет пред Богом. Но трепет пред Богом – это не порабощает человека, а возвеличивает человека. Потому что человек, он испытывает трепет, он понимает, что он много что не регулирует в этой жизни, но делает от себя зависящее. Мастататум, часто говорится. То, что вы можете, сделайте, а дальше уже полагайтесь на Бога. Так что здесь вот этот момент, он жизнь. Вот нельзя терять вкус жизни, понимаете? Когда людей учат вкусу жизни в пустоте, я против. Настоящий вкус жизни именно в активном образе жизни. Интеллектуально, духовно, физически. То есть вот эта вот активность. Через активность, да, безусловно, ты сталкиваешься с разными ситуациями. Но даже столкнулся с стеной, перепрыгни ее, прокопай под нею, обойди справа, обойди слева. То есть в любом случае это просто... Сделай что-нибудь, да? Ну, не, даже не просто что-нибудь, а все возможное и невозможное.
все. Ух, и как! И вот так уже, думаешь, вау! Поразительно. И человек выходит совершенно на качественно новый уровень жизни. Супер. Спросите совместимость ислама с фэншуем, нумерологией и астрологией. То есть есть люди, которые проповедуют ислам и тут же проповедуют нумерологию, тут же фэншуй, и тут же тебе еще и астрологию сверху. Да. Что касается фэншуя, то я не изучал, но там, но слышал. Тут этот поставить надо, тут там поставить, это вот так расставить, еще что-то. О том, как что поставить, как что расставить, скажет вам фэншуй или скажет вам какой-то дизайнер, это все разные какие-то варианты. Да, пожалуйста, в этом никакого нет элемента поклонения. Нету просто-напросто. Mm-hmm. И все. Не надо, мне надо тут что-то придумать, какой-то ширк, еще что-то, там, язычество. Нет ничего. Ну, по крайней мере, если это ограничивается тем, что как, что, что поставить, как, что там расставить. Mm-hmm. Вот, это раз. Нумерология, там, гороскопы и так далее. Здесь, ну, вот, на umma.ru есть материал, он называется «Гороскоп». Mm-hmm. Если забить, то есть те, кто спрашивает нумерологию, я говорю, вот, прочитать, там все будет понятно. Если коротко, то если вам каким-то очередным, прямо очевидным, однозначным таким текстом говорят о том, что вот завтра будет вот так, да, ну какая-то там ясновидящая, говорит, вот завтра у тебя будет вот так, будет там вот так плохо или вот так хорошо, или вот тут тебя вот так вот заколдовали, это все категорически недопустимо с точки зрения ислама. Все, что касается завтра. Завтра с точки зрения прогноза, погоды, да не вопрос. Прогнозы биржевых там ставок, вверх пойдет биржа или вниз, не вопрос. Это просто закономерности анализируют. А когда однозначно что-то говорится, что будет завтра или послезавтра, через месяц, вот, вот так, то есть я вижу там, да, вот я... Нет, что будет через мгновение, через минуту, а тем более завтра, знает только Бог. Мы от нас зависящее делаем всячески, в том числе используя прогнозы. Но, например, если иногда я лечу в самолете, там в конце, там, в Аэрофлоте, там журнал, да, фирменный их, в конце какой-нибудь гороскоп. Да, например, я смотрю свое, там, этот, мой именно период. Там, у меня переход. Да. У меня переход там Водолей, Козерог. Угу. Мне интересно. Вот я для себя подчеркиваю. Как интересно, вот прямо совпадает с теми какими-то качествами. Там не говорится о том, что завтра у тебя будет такая проблема. Нет, нумерология, даже как раз-таки там же не говорят, что ты будешь там жить вот на стольки-то лет. Тебе просто говорят, вот там твоя миссия занимается. На это сделай акцент. Да, на это сделай акцент. На это что-то. Не вопрос. То есть с точки зрения каких-то вот предрасположенностей, человек к этому предрасположен с учетом там чего-то рождения. Здесь нету, поэтому я и сказал. Вот конкретное, очевидное, однозначно предсказание будущего. Вот это недопустимо. И опять же очень важный момент, вот почему в исламе запрещено категорически, хотя на постсоветском пространстве очень распространено, даже под видом там каких-то мусульманских ясновидящих, категорически запрещено приходить к тем людям, которые вам говорят о каких-то там, что вас кто-то заколдовал, и каких-то там элементах вашего будущего, то есть какие-то ясновидящие, колдуны там и так далее. Это запрещено. И даже с точки зрения нейробиологии это очень. То есть вот я когда читал уже психологию, нейробиологию, понял, почему запрещено. Наш мозг просто удивительно пластичен. И когда вам скажут, что у вас завтра проблемы, ваш мозг будет ждать эти проблемы и вызывать эти проблемы. Но с точки зрения ислама к таким людям даже ходить нельзя. Спрашивает, муж читает намаз, но не может бросить курить. Это вообще нормально? Ну, когда человек читает намаз и нужно, курит? Вот даже коронавирус. В первую очередь умирают те, которые курят, у которых проблемы с легкими. То есть на всех сигаретах написано. Раньше не писали, сейчас, слава богу, пишут. Курение убивает. Да, я понимаю. Даже однажды в аэропорту, как раз где-то, не помню, в каком аэропорту, мне что-то нужно было дьюти-фри взять. Mm-hmm. Там одна женщина. Ну, она так все современно, так хорошо одета, все видно, такая, достаток у нее есть. Она берет целый блок, и там прямо на нем крупно написано «убивает». А на английском. То есть курение убивает. Я думаю, вот народ, то есть ну, вот даже вот написано «убивает». Да, можно сказать, что в Коране, в хадисах это не запрещено. Но нужно понимать, что в тот период, 14 веков назад, сигарет как таковых, табака как такового вообще в мире не было. Просто не было. Но в Коране четко и ясно написано о том, что пророк запрещает вам то, что наносит вам вред. Очевидный вред. Здесь уже табакокурение, курение сигарет, уже доказан очевидный вред, причем смертоносный. И очень вредный в том числе для тех, кто вас окружает, и для ваших детей. Поэтому на основе вот этих вот медицинских заключений и степени, высокой степени вреда,
Мусульманские богословы в подавляющем своем большинстве заключили то, что курение относится к запрещенному. Угу. Прямого текста нет, но с учетом выводов медиков и всех, всей этой статистики запрещено. Нормально или нет, это плохо. Но есть люди, которые в том числе там, молятся, а потом прелюбодействуют. Это вообще там прелюбодей, это ходячий труп с точки зрения там, Курана и Сунны. То есть человек, тем более, если он женатый человек, то есть он просто ходячий труп. Потому что с точки зрения канонов он заслуживает смертной казни. Никто над ним это производить не будет, никто за ним бегать не будет. Нет. Но с точки зрения степени греха, это приравнивается к его жизни. Это громадный грех. Поэтому здесь больше посыл какой? То, что человек, вот мы говорили в пост, он открывается себе, начинает слышать себя, свой мозг, свою душу. То есть нужно, у человека должен быть рост. Неформальное поклонение Богу, да, в форме поясных земных поклонов, а духовный рост, который как раз-таки и откинет от него эту вредную привычку. Но, как мы ранее сказали с вами, ему важно замещение этой привычки чем-то полезным. То есть жена вдвойне должна его любить, вдвойне должна им восхищаться, вдвойне должна им что-то, ему что-то хорошее говорить. То есть уже и здесь он должен дофамин получать дополнительный. И там спорт, еще что-то. То есть, все время нагрузка на жену. Я имею в виду, я когда жены, говорю... Нет, да, здесь какой момент? Здесь же просто часто я с такой стороны рассказал одну проблематику. Часто, очень распространено, то, что после 30, после 35 лет в интимном плане жизнь супругов умирает. То есть самая толстая моя книга, это одна из толстых, это вот «Семья и ислам», такая толстая. Там можно посмотреть много, там живые истории, просто удивительно. Когда люди читают, вообще поражаются. То есть отношения. Даже вот недавно ко мне один человек подошел, ему, он говорит, мне вот нужна ваша консультация. Ему 42 года. У них уже давно тоже отношения умерли с женой. Потому что она ему не прощает то, что когда-то там 20, ну не 20, там сколько-то, там 15 лет назад он ей изменил однажды. То есть после 35 люди не говорят об этом. Но у них отношения там, то, что я это называю благоухающие, цветущие отношения. У них раз в месяц, раз в два месяца, 35-40-летний, 45-летний. Я говорю, что, больные, что ли? То есть если здоровый человек, у него должно быть каждый день, это в том числе здоровый дофамин, это здоровье, это радость. То есть это важно. Поэтому, это даже когда люди говорят, вот там, нужно с родителями жить. Я говорю, послушайте, рядом с родителями можете жить? Ну как вот, вот вы, там, молодые, и в свои 20 лет, и потом в 30-40, и у вас через стенку родители. Вот как у вас будет свести, благоухать отношения в вечернее время суток? Надеюсь, поняли меня, нет? Мы все поняли, да. Я тут вопросы читаю. С прошлой уразы остались долги, не успела продержать. Как быть? Подскажите, можно ли продержать после этой уразы? Да, можете, конечно. В любом случае, время прошло, поэтому да. Угу. Мужья тоже понижают дофамин женам. Могут обидеть. Нет, это само собой. Здесь же я говорю, ну, в два раза займет больше времени, если вот так вот, и так приводить пример, и так приводить пример. Но вот просто жена, она должна быть мудрее, понимаете? Мудрее. И в этом я с этой точки зрения, не с точки зрения ее загрузить. Понимаете, когда человек, можно постом загрузиться, а можно постом воодушевиться. Можно семьей чувствовать это как какой-то груз, который ты тащишь, и человек там зарабатывает, чтобы прокормить семью. А можно, наоборот, быть окрыленным и в вопросе заработка, в вопросе отношений. Поэтому здесь, если муж, со стороны мужа этого нет, а тем более, если он работает там среди женщин, тут ему одна улыбнулась, там другая улыбнулась, тут третья там слишком короткую юбку одела, еще что-то. Ну, некомфортно. А жена там его встречает там и говорит ему там, ты что так поздно? И однажды, вот молодая семья, за 30 только, и как раз жена вот так и делает. Муж ее специально отправил на мой семинар. И когда была консультация, она говорит, вот там, я хочу больше внимания. Я говорю, когда муж приходит, вы его ругаете? Ну да, говорит, я ругаю, что он приходит не в 6, там, а в 9. Я говорю, ну у него период сейчас работы такой. Я говорю, понимаете, что когда вы ему даже несколько слов, критикующих его по приходу, ему сказали, то же самое, что вы взяли биту, и прямо биты ему между ног. У нее такое выражение лица было, такое удивление. То есть она вообще это, она это даже не знала, оказывается, не понимала. Я говорю, это же так. То есть в итоге вы просто отбиваете его и мозги, и все остальное, и он уже, ему не хочется домой приходить в итоге. Хотя прекрасная жена, прекрасные дети.
Поэтому здесь это мудрость. То есть кто из них мудрее будет, муж или жена, тот вот эти фишки будет подкидывать. В итоге сам, самому еще лучше станет. Ваша супруга здесь тоже смотрит наш эфир. Мы передаем ей привет. Круто. Да, очень круто. Аляутдинова Зиля, вот она нам розочки отправила. Да. Супер. Да, спасибо большое. Так. В общем, здесь очень много вопросов. Отношения мужчин и женщин. А как же, а если жена деньги зарабатывает, как быть? Вот, это часто спрашивают. Я уже всем отвечал. Давайте, вот в вашем эфире у вас много подписчиков. Да. Очень важно. Вот моя супруга подтвердит. Мы 20 лет, с 99-го года женаты. Всегда на все 100% бюджет состоял только из моих денег. Какой-то период их было мало, потом много, потом очень много. Самое разное. Неважно. Весь семейный бюджет регулируется нами без расточительства. То, другое... Инвестиции в образование, детей, развитие. Все это хорошо. Только мой бюджет. У нее такие заработки, другие заработки, даже если были, есть. Это меня вообще не касается. Мне это вообще не интересно. Я никогда об этом не спрашивал. У нее свои счета. Все это свое. Поэтому, а вот что касается семейного бюджета, ее расходы, всех детей, мои, вот весь семейный, 100% только муж. И поэтому, и с точки зрения ислама, и с точки зрения вообще мужчины, это абсолютно нормально. И опять же, вам сразу, как бы вашей аудитории, важный как бы, момент. Если изначально, если муж настроится на это, он будет сам больше зарабатывать. Если муж изначально настроится, жене скажет, давай мы тут с тобой пополам коммуналку будем делить, давай пополам, такие есть, оказывается, семьи. Мне тоже иногда пишут подписчики. Пополам будем продукты покупать. Это что за пополам такой? А иногда вообще жены обеспечивают. То есть и детей рожают, воспитывают, и работают на двух работах, и мужа обеспечивают, потому что он же сидит на диване и ждет, когда у него будет там сделка на миллион долларов. А на какие-то мелкие работы он не готов идти, где ему заплатят там меньше. Поэтому даже если жена, дай бог, я своей жене, когда Forbes Woman начал выходить приложение, это сам Forbes начал выходить в 2004, а по-моему, в 2008 примерно. Forbes Woman раз в 3 месяца. Я всегда приношу этот журнал с тех пор. Супруге говорю, это твой журнал. Это твое окружение. То есть на каком-то этапе я буду меньше работать, да? Ты спокойно. То есть она всегда совершенствовала свой английский, совершенствовала по психологии. То есть конкретно там курсы проходила. У нее все очень круто там. Но, то есть она большая молодец. Она вот не ограничивалась детьми. Она вместе с ними активно развивалась. Шесть детей, которых ты рожаешь, 2 года кормишь. И все вот это очень-очень большая нагрузка. И она всегда английский, психологию, семейную психологию, все это постоянно развивала. Поэтому я и говорил, на каком-то этапе монетизация твоих навыков, твои какие-то направления, какие-то бизнесы, где-то там от меня какая-то поддержка, не вопрос. Я только за, чтобы жена зарабатывала еще больше. Поэтому вот этот момент, но если жена чувствует, что ну, мужа это обижает, еще что-то, здесь нужно настолько закрыть эту тему, просто даже в каком-то порыве гнева не сказать, вот я тут это покупаю, вот это тебя обеспечиваю, все. Это может такую травму нанести мужу, что он больше никогда не восстановится. И опять же, женщины, к сожалению, не понимают. Мужчины в 2-3 раза более ранимы, чем женщины. Более ранимы. Женщины эмоциональны, они поплачут, да, все, покричат, да, все там, постучат, и все, и нормально, и восстановятся. У них природа более мощная, им детей рожать, воспитывать. А мужчина, там, ему что-то не так сказал, ой, там весь внутри, а все уже начинает ломаться, это так кажется, что они такие. Я, знаете, тысячи людей консультировал, причем я консультирую на моих семинарах, когда один день человек проходит семинар, второй день, третий день у него мозги вскрываются, он снимает все фильтры. Я говорю с настоящим я, его внутренним. И он мне говорит, то есть очень сильный, богатый и так далее, сколько у него проблем и как он себя... Ну, тяжело чувствует, а иногда надломлен, или растерян, или боится. А поддержки от жены не слышит. Раз. Во-вторых, и жене сказать это не может. Два. Он ведь внешне-то крутой или своему окружению. А, просят эфир с Зилей Аляутдиновой. С вашего разрешения, конечно. Надо, надо. Потому что надо? У нее, вот когда вы ее послушаете, у нее совсем другой стиль. То есть вот, ну, и я сам иногда ее слушаю. Какие-то вопросы я там ей спрашиваю у нее. То есть у него совсем другой. И как раз вы, как раз вот как представительница прекрасного пола друг друга и поймете лучше, и у вас какие-то новые там темы интересные для аудитории откроются, даст Бог.
Шамиль Рифатович, спасибо вам большое. Я сейчас после эфира свяжусь с вашим менеджером и договорюсь насчет эфира с Дилей Ляудиновой. Как раз мы поговорим, чем вас Диля кормит на ифтар, что она вам готовит, какой вы в жизни, какой вы муж, какой вы супер, папа. Супер! Это да. Очень хорошо. Поэтому спасибо вам большое. Пока не забыл. Да. Вот у вас же IGTV есть? Люди у меня потом постоянно спрашивали, где запись, где запись, А я уже сегодня, запись? Шамиль Рифатович, я залила на YouTube. Полный вариант. Ссылку, полный вариант предыдущий, все, отлично, да. Отлично. И мы сделали вот, мы не вертикально там, а горизонтально. То есть мы... То есть да, я видел у вас фрагменты, но они, да, они интересны вашим подписчикам, вот эти фрагменты. Обязательно. Вот это полный вариант. Да, ну, это, да. На YouTube я все скину. В этом вопросе вы как бы, ну, реально молодец. То есть не зря у вас такой большой опыт ведущий, потому что вы вот видите... одно за другим, и сколько с вами всего полезного для ваших подписчиков обсудили. Так спасибо, что спасибо. Большое. Спасибо, благодарю вас за эфир, и будем связываться с Дилей Ляудиновой, я думаю, увидимся уже в ближайшее время. Спасибо хорошо. Большое, с нами сегодня был Шамиль Ляудинов, самый мотивирующий, самый продвинутый имам, я думаю, во всем мире. Спасибо большое, я сохраняю эфир, друзья, увидимся. Хорошо, спасибо, всех благ.